Вот еще остановимся на этом небольшом уголке. Здесь вот такая вот, вот такой флокс. Ой, тут он, трава. Вот этот высокий флокс. Вот это ярко-ярко-красный флокс. Там уже отцвел. Вот, а хотела я остановиться. Поверни-ка. На неримкарии. Вот это неримкария лисохвостая. Вот, видите, у нее вот такие вот стрелы. Она такими цветет стрелами розовыми. Вот сейчас надо это опять же все обрезать. И она снова повторно немножечко процветет. Меримкарию путают с тамариксом. Я тоже покупала и меримкарию, и тамарикс. Но оказалось, что это обе меримкарии растет таким кустом. Стрижку хорошо переносит. Я вот в этот год эту вот меримкарию обрезала очень коротко. И вот она наросла и зацвела. И снова можно придать какую-то форму. Вот такое хорошенькое растение. Вот такие у него хвойненькие, голубенькие веточки. Ну, так-то я не особо разочарована. Нравится оно мне давно уже в саду. Вот, так что такое растение можно, в принципе, покупать. Ну вот, пожалуй, на меримкарии все. Где садить? А у меня в разных местах посажено и растет достаточно хорошо. Где-то повлажнее, где-то посуше, но, конечно, лучше солнышко. Ну вот на этом про меримкарии все. В общем-то, можно купить. Это неплохая замена и хвойничкам. В самом деле интересно.